церемония прошла великолепно, очень торжественно. У всех такой трепет в душе и в глазах. И даже какой-то страх, когда аплодировать, да, когда не аплодировать. Потому что это значимый исторический момент для любого жителя Пензенского муниципального района. И тот факт, что мы оказались в этом зале, это очень большая честь. Я думаю, что это дорогого стоит. Ей нужно пожелать действительно крепкого здоровья. Прежде всего здоровья. Она очень сильный человек. Она справится с теми условиями, в которые она сейчас попала. Наверное, исполнение всех задумок, потому что я думаю, они у нее уже сейчас есть. Начиная с 25 сентября планы строятся, и планы будут реализованы. Мы в это верим, потому что мы давно с ней работаем, мы отлично ее знаем. Мы желаем ей только успехов. Будем поддерживать. Очень рад то, что должность главы района занял человек, который действительно умный, разбирающийся в социальной сфере, разбирающийся в строительстве, разбирающийся в политической обстановке. И вообще очень красивая женщина. Очень рад, что Клийский район выбрал именно Алену Дмитриевну главой. Вот. Уверен, что у нее получится, чтобы Клин звучал только в самом лучшем выражении этого слова. Ее порядочность, доброе сердце и светлая душа поможет реализовать все то задуманное, что имеется, все то, что требует наш губернатор Андреевич Воробьев, а требует он именно перемены направлены на то, чтобы жителям Московской области и Клинского района жилось лучше, комфортнее и счастливее. И я уверен, что Оля Дмитриевна с командой получится сделать и много-много доброго для людей, живущих здесь. Она много лет трудится на благо этого муниципального района. Это человек с характером, со стержнем, с любовью к людям. Поэтому мы, на самом деле, вообще очень довольны сегодня, радостные. Поздравляем ее и весь район, всех людей с этим замечательным праздником. Впервые на такой церемонии, так все торжественно, так интересно, и так внутри даже звучит, Клин звучит у нас внутри. Но мы искренне поздравляем Алену Дмитриевну с этой должностью, она этого достойна. Потому что нам нужна нашему городу креативность, молодость и движение. Команда – это не только люди, которые обречены властью и которые работают в стенах административного здания. Команда на самом деле – это все мы с вами. Командность может быть выражена в любых наших начинаниях и в любых делах. И вот та открытость, которую сегодня я пыталась донести до тех людей, которые были в зале, я хочу, чтобы они дошли до каждого, кто сидит сейчас у экранов телевизора, кто держит в руках периодическое издание средств массовой информации нашего района. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя частичкой этой команды, чтобы понимал не какое-то отдаленное участие, а самое прямое, что именно от нас с вами вместе зависит. Я не хочу, чтобы это звучало как громкие слова, я хочу, чтобы это звучало как призыв к желанию действовать, как призыв к стремлению идти вместе, идти в одном направлении, не навстречу друг другу. Когда люди идут навстречу друг другу, в итоге они расходятся в разные стороны. Мы должны идти вместе в одном направлении и добиваться желаемых результатов.